В Саратове к Рождеству Христову начали совершать литургии в 6 новых храмах. В этих церквях был совершен чин положения антиминца. В их числе храм святых бессеребренников Косме и Дамиана на территории, прилегающей к областной клинической больнице в Смирновском ущелье. Чин положения антиминца называется также чином малого освящения храма. Его совершает священник через положение на престоле антиминца, освященного и присланного архиереем. После совершения чина положения антиминца в храме можно совершать литургию. До праздника Рождества Христова чин положения антиминца был совершен в храме во имя 40 севастийских мучеников в поселке Жасминный, храма во имя святых мучеников Адриана и Натальи на улице Керамической, в храме в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Авиационной, в храме во имя святых царственных страстотерпцев на Новоастраханском шоссе и в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на улице Брянской в декабре 2016 года был совершен чин великого освящения. Таким образом, праздник Рождества Христова саратовцы смогли встретить в 6 новых храмах, возведенных по программе строительства 20 православных храмов в городе Саратове.